своими руками. Твои тупые шутки, твои переписки с бывшими, о которых я не знаю. То, что ты говоришь, что ты бы отдал все для того, чтобы быть с ней. Ты меня перебиваешь, ты меня не слушаешь, потому что ты не можешь услышать правду. Спонтанно, неосознанно, пойми. Значит, получается, ты гнилой человек внутри, если ты это делаешь. Я гнилой, если шучу, потому что все твои действия, все твои шутки меня отдаляют и меня заставляют чувствовать себя плохо, максимально плохо. Ты вообще в людях не разбираешься, значит, вообще. Я очень хорошо.